Снова, друзья, всем привет. Что хочется сказать. Я не нашел тех ям, о которых я вам говорил. Вполне возможно, сейчас они начнутся. Но что-то мне кажется, что нет. Мне кажется все-таки, что нормально сработала Российская Федерация в плане дорог в районе до Вилина. А может быть, это было вот здесь, я точно не помню. Но где-то вот на таком вот... Да, скорее всего, даже это здесь. Видите, положен слой. А вот где-то километр здесь были гигантские ямы, невозможно было ничего сделать. Ну, то есть приходилось ехать со скоростью реально там 20-30 км в час. Сейчас вроде дорога здесь хорошая, это я после, я уже не помню где. Ну, я явно проехал Вилина, где-то километров 10, может быть. И вот сейчас мчусь где-то до САК. Здесь, кстати, уже совсем недалеко, как пишет мне навигатор. Вот, и везде вас ждут вот такие вот территории, посмотрите. Не знаю, мне напоминает что-то из рода ужастиков. Знаете, как будто едешь, и сейчас появится какой-то поезд, этот призрак, да, или какой-нибудь КамАЗ-призрак, ну хрен его знает, какая-то вот такая вот чудище какое-нибудь, вот такое вот, ух! Ужас, на самом деле. Но если говорить про дорогу, то дорога весьма неплохая. То есть я еду спокойно, я еду 90, хотя давайте прибавим до разрешенных 110 км в час, но мы, у нас будет 108. Вот, слева мы видим вот такие вот деревья. Я, честно говоря, даже не знаю, как они называются. Они на протяжении всей дороги. Справа у нас идут конкретно какие-то уже посадки на весну, а зимы. То есть все очень здорово. Если бы не вот это вот мрачное небо, было бы вообще круто. Что хочется сказать, самое основное, самое главное. Если вы решите поехать из Севастополя по этой дороге в Евпаторию, вы проедете без проблем. Я не ощутил никаких проблем, я не ощутил ни плохой дороги, я не увидел никаких, в принципе, ограничений. Там есть, конечно, знаки 40-50, светофоры, но их крайне мало. Вот, я не вижу разницы, на самом деле, между новой трассой Таврида, и не вижу смысла ехать через Симферополь в Евпаторию, когда здесь, в принципе, такая хорошая дорога. Я считаю, что это хорошая, тем более, видите, здесь слои разные. Собственно говоря, это говорит о том, что не так давно здесь был ремонт. В общем, друзья, на этом все. Если я вдруг встречу какую-нибудь дорогу не очень хорошую, безусловно, я вам дам знать. На этом пока все. Оставайтесь на связи. Пока.